Еще о детской безопасности. Правоохранители напомнили маленьким новгородцам и их родителям правила при катании со снежных гор. Совместный рейд провели Следком, полиция и уполномоченные по правам ребенка. В ходе мероприятия проинспектировали популярные у новгородцев места массового катания. Правоохранители рассказали, как обезопасить себя при спуске с ледяных гор и вручили профилактические памятки для родителей. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области уделяют особое внимание профилактике аттракционам во время зимнего периода времени, а именно катанию на ватрушках, на санках, на иных каких-то приспособлениях, как детей, так и взрослых. Безопасность и жизнь людей находится на первом месте для всех органов власти, в том числе для Следственного комитета. Как показывает практика, простые, казалось бы, на первый взгляд увлечения, без должной осмотрительности могут обернуться серьезными травмами, в том числе смертельными. В целом по стране только за неполный январь отмечено уже 19 случаев подобных происшествий. По данным фактам, следователями в разных регионах страны организовывались проверки и возбуждались уголовные дела.